Bună ziua! Facem un sondaj de opinie. Spuneți, vă rog, ce posturi de televiziune priviți? Jurnal TV. Jurnal TV? TNT. Am văzut și în smătrâu. Încă ceva? Încă STS și... Atât. Atât? Și Nickelodeon. Urmăriți ce se întâmplă în Ucraina? Da. Ce părere aveți? Cam este așa o milă și... Nu știu... Очень грустно, если можно сказать на русском. Да. Поконкретнее. Поконкретнее. Не знаю, есть какое-то даже боль или понимание. По сравнению с тем, что у нас было 7 апреля 2009, если не ошибаюсь, то это намного ужаснее. И... Credeți că sincer oamenii care sunt acolo sau că sunt plătiți? Что, простите? Credeți că sincer oamenii care sunt acolo? Care сейчас сестра? Да. Или им платят? Над этим не задумывался, да? На 100% там оплаченные с двух сторон. Ну, как я слышал, может быть, им оплатили из других стран, чтобы начались эти бунты, типа из Европы, за интеграцию в Европу, и другие, которые против интеграции, наверное, честны. А по какой-то газеты? Да. А после либерата Юлия Тимошенко. Че порядок весь здесь просто? И бине сойрал. Даже не знаю. Кто как такая Юлия Тимошенко для начала? Я скажу. Знаю, это президент бывший премьер-министр. Украины. Да, премьер-министр, которая сидела в тюрьме. Ну, кто ее посадил? Кто ее посадил? Я. Ну, как бы. Сначала нужны более наводящие вопросы, а потом конкретные по политике в мире. Хорошо. Это у вас есть какое-то мнение на этот счет? Конкретно беспорядков, что там творится? Да. Очевидно, гражданская война и столкновение между Россией и Америкой. Спасибо, спасибо. Спасибо. Люди — разменная монета. На мой взгляд, гибнут там зря. Спасибо.